Вітаємо, шановні вболівальники! Програма «Вперед, Миколаїв» розповість вам про все, що відбувалося на минулому тижні у миколаївському спорті. Розпочинаємо ми з високої звитяги наших спортсменів у стрибках у воду. У канадському Вінзорі відбувся третій етап світової серії зі стрибків у воду. На цих престижних змаганнях українці здобули дві нагороди. І до обох цих медалей має відношення наш земляк, призер Олімпійських ігор Ілля Кваша. Про це наш наступний сюжет. На трехметровом трамплине николаевский спортсмен взял бронзу в индивидуальных прыжках и серебро в паре с Александром Горшковозовым. Сначала Илья стал бронзовым призером на трехметровом трамплине. Сумма 505,35 баллов совсем немного не позволила украинцу побороться с китайцами Юанем Чао и Чао Хэ за золотую медаль. Еще одну награду Илья взял на том же трамплине, но уже в синхронных прыжках. Дуэт Кваша-Горшковозов, выигравший бронзу в этом виде на Олимпиаде в Пекине, на сей раз поднялся на вторую ступеньку пьедестала. Их сумма 426,42 балла. А победителями этапа стала китайская пара Юань Чао и Кай Кин. Следующий этап мировой серии состоится в Казани с 22 по 24 апреля. Вітаємо Іллю, його тренерів, а також усіх, хто за нього вболіває. І переходимо до футболу. У черговому турі української першої ліги з футболу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вдома приймав кіровоградську «Зірку». Зірку, яка на даний момент є лідером української першої ліги. Зірку, яка, скоріш за всього, наступного року буде грати у прем'єр-лізі. Зірку, з якої складно грати усім, про що і свідчить їх безпрограшна серія. Змогли наші хлопці її перервати чи ні? Дивимось далі. Матч с лидером первой лиги кировоградской «Зиркой» обещал быть для нашей команды очень тяжелым. Таким он и получился. В связи с проблемами, связанными с дисквалификацией и травмами, состав «Корабелов» вновь потерпел ряд изменений. И выглядел так. В воротах Чумак, в центре обороны Чучман и оправившийся после травмы Момот. Слева Цапи, справа Булычев, капитан. Опорный полузащитник Бессалов, атакующие полузащитники Берко, Ковалев, Батюшин, Гордя, на острие атаки вышел Саркисян. С первых минут команды играли осторожно. Памятуя о необходимости заработать первые очки после зимнего перерыва, Николаев больше владел мячом, но все это особых дивидендов не приносило. Зирка грамотно оборонялась, и в нападении у МФК мало что получалось. А вот контратаки гостей были очень опасными. Особенно выделялись Чичиков и Локтионов. Вот Чичиков на 19-й минуте входит в штрафную и бьет. Чумак на месте. А уже на 25-й минуте этой парочке все же удалось огорчить нашего голкипера. Зирка заработала аут, Бацулов бросил в штрафную, Чучман не дотянулся до мяча, а Локтионов элегантно отпасовал на Чичикова, который просто расстрелял ворота. Чумак в этом эпизоде уже ничего не мог сделать. 0-1. После пропущенного мяча Николаев, естественно, активизировался, нужно было отыгрываться. Но вновь здорово играет оборона Зирки. В эти минуты у нас запомнился лишь удар из-за пределов штрафной Бессалова. Не точно. Мог Николаев пропустить и второй мяч. Партнеры отличной передачи из центра поля находят Локтионова. Тот, избежав вне игры, по правому флангу входит в штрафную и бьет в дальнюю девятку. Немного не точно. На перерыв команды ушли при счете 0-1. Во втором тайме у нашей команды появились шансы для взятия ворот. Цапий передача на Бессалова. Бессалов находит Батюшина. Юрий, подработав мяч, пробивает, но прямо в руки пасту. Зирка контратаковала, но делала это здорово. В одной из таких контратак вновь шикарный пас штрафную от Локтионова, и на его партнере по команде Фалит Чучман. Пенальти. У мяча Кучеренко. Удар сильный и точный. 0-2. Еще одна атака могла быть голевой для Зирки. Щедрий навесил на Локтионова, нападающий не попадает в створ. Забранский, естественно, реагирует на такой результат и проводит ряд замен. Николаев всеми силами пытается исправить ситуацию. Юрий Булычев поборолся до конца, и в этой борьбе с защитником ему удалось нанести удар. Вновь вратарь гостей на месте. Николаев искал варианты, владел мячом, очень старался, а опасные моменты создавала Зирка. Чичиков точно на правый фланг на Баранца. Баранец обыгрывает Рогозинского и бьет в ближний. Чумак кулаками отбивает. Атака Зирки левым флангом привела к тому, что партнеры вывели на ударную позицию Попова. Ну и тут Чумак не дает забить воспитаннику николаевского футбола. И вот только после этого, правда уже в конце поединка, у наших были шансы. Рогозинский в штрафную на Чучмана, Стас сбрасывает на Батюшина, Батюшин обыгрывает Ковацева, бьет и перекладина. А 100 рублевцев не успевает добить. Тут же следует угловой с правого фланга, защитники выбивают,
на подборе Бессалов. Пас на Батюшина, далее пас на Момота, тот в касание на Ковалева, а Андрею не удалось пройти двух защитников. Разыграли Корабелы очередной угловой уже с другого фланга. Берко прострелил, Паст выручает свою команду. Еще угловой. Удар Момота, Паст. Добивание от Булычева, и Паст демонстрирует всем, что он не позволит сегодня распечатать свои ворота. Встреча так и заканчивается с неутешительным для нас результатом 0-2. Я все-таки верю, знаю, что команда у нас есть. Только попали мы в сложный период, потому что мы играли один основной состав. Сейчас играют одних футболистов, сейчас играют чуть-чуть другие. Видели во втором тайме больше моментами старались играть. Да, был где-то технический брак. Индивидуально, наверное, возможно, мы слабее футболистов Зирка, Кировоград. Ну, в общем, я думаю, что могли дать бой, и в принципе ему дали. Проблема наша в том, что иногда мы, ну даже не иногда, в последних играх получилось так, что из-за наших же ошибок не команда нас обыгрывает, а мы обыгрываем сами себя. Начиная с игры в Полтаве, дома с Гелиосом, да и сегодня практически все голы мы привезли себе сами. Ну, надо этот период пережить. Проходили и хуже. Хочется, чтобы быстрее вернулись дисквалифицированные больные ребята в строй. И я надеюсь и верю в то, что команда будет играть и будет радовать своих болельщиков. Тем более тех, которые даже в такой сложный период команду поддерживали до последней минуты. Хотелось бы, чтобы таких было побольше. И я думаю, что все будет хорошо. Так, знов поразка. І знов Миколаїв не може забити після зимової перерви. Чому так? Давайте залишимо це питання на розгляд тренерському штабу, керівництву клуба, а також самим гравцям. Повірте, вони професіонали, і ми впевнені, що все в нашої команди буде добре. А нам з вами, шановні, потрібно саме зараз підтримати команду. Саме зараз, коли не йде гра, коли щось не виходить, потрібно підтримати колектив. Дуже сумно було чути з трибун вигуки на адресу нашого колективу, адже, згадайте, першу частину чемпіонату. Згадайте «Металіст». Це та ж сама команда. Вони вміють грати. Просто зараз щось не виходить. І це футбол, так буває. Це потрібно розуміти і потрібно підтримувати свою команду. У 13-му році в нас також була гарна команда. Той самий тренер і гравці. Деякі з них і зараз захищають честь нашого клубу. Того року наша програма зняла відео «Ми одна команда», яке зараз ми пропонуємо вам переглянути.
очень сложно, но выжимали из себя реально больше, чем можно. Играли в полную силу до последней минуты, чтобы наши сказали: да, это было круто. Любого ранга, помним одно: мы твоя команда! Ты и я, мы одна команда. Сегодня наш танец огня. Ты и я, у нас одно дыхание. Только вместе, только ты и я. Так, ми одна команда, ми і зараз одна команда. Перемоги обов'язково прийдуть, тому що це Миколаїв. Вболівайте за наших хлопців. Вперед, Миколаїв!